В этих коробках все, что может понадобиться жителям Курской области, попавшим под обстрел ВСУ и оставшимся без крыши над головой. Теплые вещи, постельное белье, бытовая химия и моющие средства. Благодаря вот этой выстроенной системе общественной палаты нам быстро удалось коммуницироваться. И уже сегодня идет первая отправка нашим коллегам из Курска. Первое, мы связались с председателем общественной палаты Курской области и получили перечень всего необходимого. Понятно, что здесь находится не все, но здесь сказывается все-таки скорость принятия решения. Сбор гуманитарной помощи был организован в сотрудничестве с общественной, торговой, промышленной и нотариальными палатами Самарской области, а также Федерацией профсоюзов и Союзом народов региона. Мы надеемся, что эти предметы помогут, и дальше мы будем помогать, инициативу эту будем поддерживать. Сразу мы тоже откликнулись, и вообще любые какие-то несчастья, трагедии, беды сразу... Мы принимаем так близко к сердцу, разделяем все заботы людей, которые попали в такую ситуацию, и уже примерно знаем, что нужно отправлять, потому что это не в первый раз, и мы тоже отправляли грузы, одеяло, подушки, различные средства гигиены, и вот сегодня мы тоже самое необходимое собрали. Председатель общественной палаты Курской области Алексей Лазарев выразил благодарность за оказанную помощь жителям. Дорогие друзья, коллеги, соратники, спасибо за помощь и поддержку. Я искренне всем желаю здоровья, берегите себя, мы надеемся на победу. Кроме того, желающие могут принять участие в патриотической акции «Своих не бросаем» и оказать помощь военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий. Августина Охременко, Николай Епифанов, «События».